В очередной серии сериала «Адвокат» Климова Емельянова выясняет, что на следственном эксперименте вместо него был кто-то другой, подтасовавший доказательства. После встречи с адвокатом Климов пытается бежать, взяв в заложники Нестерова, которого при этом не узнает. Его обезоруживают и закрывают в карцер. На полу камеры Климов обнаруживает загадочную надпись, которую мог написать только он сам, адресуясь к самому себе: «Три гуся и что-то еще».